Значная падзея адбылася ў адным з раённых цэнтраў Гомельскай вобласці. Жыхарам горада Рагачова прапанавалі новы еўрапейскі фармат шопінгу, што суправаджалася адкрыццём чарговага 400-га філіяла гандлёвай сеткі «Еўраопт». Падрабязнасці ў матэрыяле Кацярыны Жданович. Торжественная атмосфера, дегустации, сюрпризы и подарки для гостей. Так открывали новый торгово-развлекательный центр «Е-Сити» крупнейшего белорусского ритейлера в Рогачеве. В церемонии открытия участие приняли власти города, руководство компании «Евроопт», сотрудники нового торгового центра и, конечно, будущие покупатели. Данный торговый объект «Евроопт» уже второй в городе Рогачеве, 67-й в Гомельской области и 400-й в стране. На просторной площади расположено огромное количество товаров, от промышленных до продовольственных, к тому, уже обслуживание покупателей здесь осуществляют 16 касс, что также крайне удобно. И действительно, масштабы приятно удивляют. Новый торговый объект создан в самом совершенном на сегодняшний день формате. Это не просто гипермаркет, а целый торгово-развлекательный центр, площадь которого превышает 7000 квадратных метров. В скором времени здесь планируют предложить покупателям комплекс услуг. Начнут работу салоны связи, магазины одежды, обуви, детских товаров, ювелирные бутики, аптека, турфирма и цветочная лавка. Мы рады, что 400-й объект открытия нашей сети приходится на малый административный город Рогачев. Мы рады тому, что население Беларуси малых городов будет получать современный сервис, современные услуги и хороший ассортимент товара по очень доступным ценам. В следующем году в наших планах развития, в тех городах, где мы не сможем открыть торговые объекты, мы сможем предоставить такой же сервис благодаря нашим интернет-магазинам. Об этом мы будем задумываться и работать над этим будем в будущем году. Уже в день открытия жители города сумели оценить все достоинства гипермаркета «Евроопт». Особенно поразил выбор представленных товаров. Причем как отечественного, так и зарубежного производителя. Довольны, что появился такой магазин, потому что у нас в Рогачеве реально надо было обойти 10-15 магазинов, чтобы что-то купить, выбрать. А здесь, в принципе, все есть. Все можно купить, цены доступные. Все свеженькое, нам очень нравится. Беру такие продукты пока сегодня, например, сыр с плесенью или какие-то рыбку красную, которую я не могу купить у себя. Для ребенка радость, рай. И это далеко не все преимущества покупок в гипермаркетах торговой сети «Евроопт». Ведь в компании хорошо понимают, какое значение в современных экономических условиях имеют цены на товары в розничной торговле. Именно поэтому ценовая политика в первую очередь рассчитана на реальную экономию для покупателей. В гипермаркетах сети по всей стране в Евроторге предлагается расширенный ассортимент акционных позиций. Мы снижали перед Новым годом цены для наших покупателей, пересматриваем ряд позиции в рядовых ценах для того, чтобы сделать предложение товаров для наших покупателей наиболее выгодным, наиболее приемлемым и удобным в покупке. По всей стране в гипермаркетах «Евроопт» товары, выставленные на акции «Красная цена», можно приобрести с дополнительной скидкой до 17%. А каждую среду продегустировать продукцию собственного производства и приобрести кулинарию из птицы по специальным ценам. Большой торговый сервис для малых городов – это приток инвестиций и новые рабочие места. В этом гипермаркете работу получили 136 местных жителей. Кроме того, крупнейший белорусский ритейлер собирается расширять свое присутствие на отечественном рынке и до конца года планирует открыть в стране еще 25 новых торговых объектов. Екатерина Жданович, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Рогачевский район.